Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, Лига Мастеров, одна звезда. Так, здесь мы тоже забираем реворд. Плюс открыть нам уже с тобой бесплатную колоду. Ага, Кирби. Так точно, Кирби-мышь забираем. Так, значит, нам нужно сразиться в боях и плюс... А, еще пройти серию испытаний. Ладно, мы с тобой это сделаем, но сначала мы будем искать на Криса Брэдфорда нужные нам элементы для того, чтобы прокачать рекламную паузу до 6 уровня, и нам нужно еще 2 книги найти. Поехали. Одна книжка есть, остается еще одна. Вот она, отлично. А теперь нам нужно с тобой найти 19 комиксов. Вот здесь будет, наверное, посложнее. Хотя, не знаю, с какой периодичностью они выпадают. Давай посмотрим. Ну, естественно, тыква, конечно же. Сейчас будет выпадать мне только одна тыква. И это все сделано специально. Господи, где же нам там... Давай здесь попробуем, может тут... Так, кукла Дарума, всякая ерунда, мутаген. В общем, все что угодно. Вот, надо же, один комикс выпал всего лишь... Из 7 попыток. Ну и началось, как говорится, по повтору все. Второй комикс выпал. Но я уже выполнил задание, поэтому придется искать уже в следующей серии продолжать. Так, здесь мы забираем награду. И нам нужно с тобой пройти серию испытаний и плюс поднять уровень персонажу. Так, ну что, поехали. Быстренько с тобой пробежимся здесь. Вот такой вот командой. Я думаю, никаких проблем у нас с тобой не возникнет. Надо будет как-нибудь на днях пройти еще раз смятение из другого измерения, да? Чтобы получить нам ДНК на наших черепашек, на оригиналов, на классических. Так, тихо, тихо, зачем ты делаешь это, а? Маузер, тебя просили хилять. Так, карачку. Ах ты, елки-палки, думал, мы добьем. Да ладно, ты... Вот Рахзар подставщик, а? Ты прикинь, он не стал просто ее добивать. Он промахнулся, элементарно. Так, ладно, сейчас мы этого Маузера с тобой шваркнем. Надо будет, наверное, нам с тобой захилиться маленечко, да? Ну, чтобы у нас было полностью здоровье восстановлено. Но это уже будет к концу вот этой вот почули. Так, начнем с Бибопчика, наверное, с тобой. Так, давай, добивай его. А теперь Острозуб. Его можно вот так вот нахлобучить. Оу, крепкий парень. Давай-ка вот так попробуем. Вторую атаку. И добивочный. Майки, ты сможешь его добить? Отлично. Ну, а с этими шалопаями мы быстренько с тобой разберемся. Никаких проблем не должно быть с этими дронами. Опа, так. Я вообще-то, честно говоря, хотел захиляться в конце. Успеем или нет? Успеем, наверное. Так, ну давай я потрачу провокацию. Только для того, чтобы успеть сделать хил. Вот так вот. Ну и добиваем с тобой этого олуха. Я не знаю, ребята, меня не было давно в этой игре. Точнее, видосов не было, да? 4 дня, как мне написали подписчики. Ну, 2 дня из них я работал. На выходном, на своем, на первом я не смог поиграть, потому что там были кое-какие проблемы. Вот, сейчас у меня второй выходной. Еще завтра будет денек. Так что, надеемся, оторвемся по полной программе. Ну что, задание мы выполнили. Давай заберем награду и... Так, уровень персонажа поднять нам нужно. 24 тысячи мутагена, как ты видишь, у нас. И мы можем с тобой... Может быть, Криса... Давай Криса будем поднимать до 80 уровня. Потихонечку, да? Не спеша. Ну, а сейчас начинаем с арены и попробуем пойти с тобой на испытания. Может быть, даже 2 штуки сегодня пройдем. Прикинь, да, ежедневные награды, точнее, ежедневные задания почему-то даже не отмечаются. Скоро напишем. Вы серьезно? Скоро. Опять какие-то баги, глюки, лаги. Ну что, как видишь, меня сбросили в лигу сёгунов. 29 ранг. Это ерунда на самом деле. Мы сейчас быстренько с тобой бустанем и вернемся на прежнее свое место. Так, мне ничего не дают. Откатов, как ты видишь, у меня 25 штук. Это более чем достаточно. И вот мы берем с тобой Макса. Так, Леонардо. Наверное, возьмем с тобой. Хотя, подожди, Леонардо, я думаю, здесь, наверное, один справится, да? 67 максимальный уровень здесь. Хотя нет, ребята, не справится. Начнем мы с тобой отыгрывать 50 уровни. Я думаю, что это будет оптимально и безопасно для нас. Но, естественно, придется брать Усаги. А многие подписчики писали: Рэй, давай-ка без Усаги попробуй попроходить. Без Усаги. Ребята, а раньше так и было. Я использовал только лишь одного Леонардо и проходил.
Просто с этим парнем нам намного быстрее все это получится пройти. И к тому же безопасно. То есть я не потеряю вот этих вот слабых своих бойцов 50 уровня. Как бы это гарант того, что у нас будет все идеально. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Думаю, где-то будет 14-15 позиция у нас с тобой. Ну и дальше 16 даже. Ну, я думаю, тогда придется еще, наверное, два боя нам с тобой провести, чтобы мы вернулись обратно в мастера. Если нам еще дадут кубков побольше. Ну вот, например, Митчелл. Ну давай, Митчелл, сразимся с тобой. Слава богу, у нас откатов хватает, поэтому я, ребят, как говорится, на расслабоне. Даже не напрягаюсь. 24 отката, это по 2 боя. 12 боев мы с тобой сможем провести. А это, считай, ну как минимум мастер 2 звезды, как минимум. Неделя у нас, ну, близится, конечно, к концу, но еще времени запал есть. Опа, отлично. Так, кстати, вот здесь вот есть небольшой косяк. Я думаю, что Рокс, наверное, выживет. Нет, упал. Я посмотрел просто на его здоровье, у него было много. Ну, как видишь, он все-таки не справился и отдуплился. Ладно, нам плюсик и минус. И давай посмотрим, перейду я все-таки. Нет, я так и думал, ребята, что придется еще один бой делать. Первый ранг. Да, тут меня, конечно, немножко подкололи. Кстати, у нас 148 монет. Мы с тобой можем приобрести. Давай-ка заглянем быстренько в магазин. В предметы. Так, ну здесь нам брать нечего. Давай тогда возьмем нашего Лео. Опачки. Буквально еще бы два жетончика, две монетки, и мы бы с тобой еще бы взяли бы 3 ДНК, и было бы уже 73. Кстати, он довольно быстро у нас прокачивается. Уже 70 ДНК из 100 мы с тобой нашли. А потом, наверное, мы будем с тобой прокачивать Микеланджело или же Рафаэля. Наверное, даже Рафаэля, скорее всего, потому что мне нужен хиллер, а он у нас хиллер, как мы знаем. Да и вообще он неплохой пацан. Так, а здесь мы будем... Мы Слэша, да, хотели? Ну, тут, видишь, еще Донателло у нас как бы хочет прокачаться. Вот теперь дилемма. Ну, и Рафаэль. Конечно же, мы Рафаэля вначале, наверное, все-таки докачаем. А вот между Слэшем и Донни мы посмотрим. Ну, естественно, Донни может прокачаться быстрее, потому что мы можем с тобой найти ДНК после прохождения смятения из другого измерения, да, и он как бы переплюнет по ДНК. Так что глянем. Ладно, мы с тобой продолжаем турнир. У нас, как говорится... Алик, Алик, ладно, Алик так Алик, почему бы и нет. Ну, хочет парень получить, ну сейчас получит. Или кто там, ну да. Паренек бородатый, прям как я. Ну поехали. Так, у нас кто здесь, ага. Донни и Лео классика. Плюс Бакстер Муха. Также я вижу тут Донателло. И Микеланджело, да? Ладно, валим их всех. Причем Усаги опять меня здесь немножко подвел. Он всего лишь постепенный урон повесил на муху. Остальные все были на расслабоне. Так не делается, Усаги. Это я к тебе обращаюсь. Поехали дальше. Ну вот, вот мы с тобой и вернулись в Лигу Мастеров. 86-я позиция. То есть мы должны с тобой вернуться на 2 звездочки в идеале. Так, а для этого нам нужно с тобой выбрать противника. Я думаю, что это будет Глеб. Это будет Глебушка, так что давай посмотрим. Я боюсь, даже у нас с тобой не хватит персонажей. Хотя, ну да, у нас, наверное, быстрее бойцы закончатся, чем мутаген. Ой, мутаген, чем откаты. Ладно, давай-ка по классической бойне с тобой начнем. Так, Усаги делает такой удар. Ну, опять же, немножко схандрил, но это уже не страшно, потому что здесь уже Лео, конечно же, всегда бьет. И мы с тобой дальше идем. Так, сегодня у нас будет, я не знаю, наверное, два испытания пройдем. Посмотрим, кто там будет, каких нам дадут персонажей. Естественно, если мне дадут мою имбу, это будет круто. Но первое испытание, по-моему, у нас будет заключаться в черепашках, да? Там, по-моему, черепашья буря, если я не ошибаюсь. Надо освежить, так сказать, память. Блин, думаю, что я забыл? Я забыл, ребята, взять свой стаканчик горячего кофе, потому что я его не вижу на столе. И у меня что-то сразу паника начинается. Где мое кофе, ё-моё? Да, но в черепашках, как ты знаешь, некогда сделать глоточек, потому что здесь нет никаких реклам. Только лишь паузы. Ладно, мы завалили.
опять же, все идеально, все хорошо, и мы двигаемся дальше. Слушай, мне бы Хана бы как-то прокачать. Я думаю, что этот парень неплох был бы. Нет у него вот массовой атаки. Вот все хорошо в нем, да, ускорение, все. Но нету массовой атаки, и это меня раздражает. Правильно кто-то сказал, Пиццелицей, Джастин имеют массовые атаки, они достойны быть прокачаны. Я не спорю, ребята, конечно, но ты видел, какой у них уровень и сколько нужно мне мутагена, чтобы его хотя бы подтянуть к уровню наших, даже не то что хаев, а хотя бы среднего звена. Это минимум, среднее звено идет у меня 70-80, имба уже идет 90-100. А все, что ниже 60-го, это, ребята, слабые противники. Ну, слабые наши персонажи. Я их считаю, сейчас я их считаю слабыми. Я уже молчу там про 30-й уровень. У меня их, по-моему, целая гора. Их тоже нужно как-то подтягивать. Но пока нет такой возможности. Все, опять же, дело заключается в мутагене. Если бы мне его давали здесь тоннами, конечно бы я тут прокачивал бы всех без разбора. Но нет такой возможности, понимаешь? А зарабатываются они очень и очень медленно. Так, ну что, берем с тобой опять же наших бойцов. Раз, два, три. 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 То есть еще получается 4 боя, да? 4 боя со слабыми нашими воинами, а уже потом пойдет имба. Ну, на имбе, конечно, уже можно и не брать, как говорится, Усаги, Лео. Они сами там справятся. Хотя мы сейчас с тобой будем повышаться по уровню. Да? Именно, я имею в виду, варенье повышаться. И, соответственно, противники уже будут не 70 уровня, а 80-го. И там же будет, как говорится, припекать у нас. Идеальная победа. Другого я и не ожидал. И двигаемся с тобой дальше, в этом же направлении. Как ты видишь, уже у нас 28-я позиция. Это в Лиге Мастеров одна звезда. То есть, вот еще чуть-чуть, и мы с тобой перейдем на 2 звездочки. На 2 звездочки только переходим. А следующую ставим цель — добраться до 50-го места. Как только мы там с тобой закрепляемся, можно идти на испыташки. Давай. Да, что-то как-то однотипно у нас немножко получается, да? Усаги бомбит, потом Лео добивает. Может быть, это все делать за кадром, друзья мои, а? Может быть, вообще арену проходить не за кадром, а снимать чисто испыташки? Пиши в комментариях, я буду рад это все дело почитать. Так, ну что же, осталось совсем-совсем маленечко. Давай посмотрим, какой у нас будет ранг. И я думаю, так, 14-й? А, 13-й. Ну все, ребята, вот сейчас, скорее всего, будет последний у нас с тобой бой. И мы перейдем уже на 2 звездочки в мастер. И бойцов, как видишь, тоже у меня не так уж много осталось. 65-й уровни доигрывают свой кон. И пойдут 70-е и 80-е. Так, Хан. Тут надо быть опасным. Настороже. Потому что этот парень может бустануть. Ну, если, опять же, у него прокачано все. Так. Ага, видишь, он смог бы сейчас сделать ход, но постепенно урон его убил. Вот об этом я тебе и говорю, что Хан хорош в плане того, чтобы сделать первоначальный ход. Ну, опять же, прокачивать его. Эх, долго, ну, нужно, нужно. Ну что, перейдем? Да, друзья мои, мы в Лиге Мастеров 2 звезды, 98 место у меня. Наша цель — занять 50-е. И, как ты видишь, противники уже становятся за 70-й уровень. То есть ближе к 80-му подтягивается, да? Ну да ничего, у нас уже практически осталось тут скоро имба. Среднее звено отыгрывает сейчас свое, как говорится, свои бои. И мы уже будем чисто имбой колбасить. Погнали. Но опять же повторюсь, что здесь мы можем с тобой немножко оплошать. Потому что Усаги может не повесить постепенку или нанести минимальный урон. А Леонардо может не добить. Такое тоже случается, но тут нам повезло с тобой. Идеальная победа, и мы продвигаемся с тобой дальше. Я думаю, где-то 70-е, 75-е место нам точно здесь обеспечено. Ну-ка, 85-е, ну что-то вы, ребят, захандрили совсем. 85-е место. Что за дела такие, а? Я на это не подписывался, я хотел 75-е. Ну вот уже и до имбы мы с тобой добрались. То есть дальше либо нам отыгрывать имбу, либо брать 45-х уровней наших персонажей. Но это опять рискованно. Не дай боже, любая промашка, ошибка, и нас распетрушат здесь. Я тебе говорю, почем зря. Ну, как видишь, пока все отлично. Постепеночка почти на всех упала. Ну, здесь
Леонардо, конечно же, сможет всех добить. Ладно, глядим, где мы сейчас с тобой окажемся. Я думаю, где-то вот сейчас будет точно 75-73 позиция. Ну, не меньше, не меньше. Смотрим. Угу, 73-й, отлично, ребята, отлично. И у нас с тобой остается 5 откатов. Вот ты представь, как быстро у нас 25 откатов просто улетело. Как говорится, я только разогрелся, а уже все, откатики кончились. Но это из-за того, что мы с тобой постоянно берем Леонардо и Усаги. А раньше я использовал просто на Леонардо, и у нас хватало побольше. Но там, честно говоря, было и понапряженнее. Потому что Лео делал свою вертушку, он точно кого-нибудь доставлял в живых, и нам приходилось как бы с тобой рисковать. Воу-воу-воу. Опасно, Донни-то, смотри-ка, стоит. Так, ну постепенный урон, хотя нет, железноголовый его добил. Ну, если бы даже никто бы не стал ходить, его бы уничтожил постепенный урон, и никуда бы он не делся из наших, как говорится, крепких лап. Ну что ж, двигаемся с тобой дальше. И у нас 57-я позиция. То есть, грубо говоря, через один бой мы с тобой будем в 50-м ранге. Так, вот кого нам взять-то здесь? Давай, наверное, вот этого. Властимил? Ладно, пускай будет Властимил. Он, наверное, хотел написать Властелин, но он решил быть Властимилом. Хорошо. Давай, давай, родные мои. Начинаем отжиг. Не буду я здесь делать уклоняшку, она вообще не нужна. Майки неплохо так сплинтеру, да, зарядил. Ты посмотри, практически уничтожил его. Ну, сделает это дело Усаги. Наш Ронин, кролик. И вот здесь вот тот хорошо сыграл, потому что, смотри, на всех повесил постепенный урон. Леонардо, естественно, делает свою вертушку. И смотрим, да, и всех добиваем. Ну, теперь у нас будет где-то 45-47 позиция. И это говорит о том, что мы с тобой сделали сегодняшнюю нашу цель. Выполнили мы ее, короче. Так. И 43-я даже позиция. То есть мы можем еще с тобой или не можем? Сейчас я гляну. О, пошли 17-24. Один откат. Слушай, наверное, не получится у нас с тобой, да? Ну да, наверное, ребята, будем притормаживать. Потому что здесь нет смысла. Если я даже возьму Леонардо, он 100% здесь не добьет. Рафаэль в провокацию не успеет встать, потому что здесь будут у нас вот такие вот слабые персонажи. И мы можем с тобой просто сфейлиться. Оставляем как есть, да? Меня, в принципе, устраивает. 43-й ранг. Сколько там? 51 тысяча кубков. Да, нормуль. Ну что, а теперь отправляемся с тобой на испытание. А, нет, не черепашья буря, ребят, я ошибся. Сцены насилия у нас, вот что. И давай смотреть, кто нам здесь вообще пригодится. Ну вот, видишь, вот, оригинальчики у нас тут есть. Оу, подожди-ка. А сцены насилия, это случайно не тот робот глюкогена, который, да, тут, по-моему, он и будет. Ладно, надеюсь, мы его быстренько с тобой прожмем, чтобы у нас игра с тобой не кританула, не вылетела. Так, ну здесь можно ставить на автобой, друзья мои, потому что это первые, как говорится, уровни. Как минимум до 7-го мы будем, наверное... До какого 7-го? До 5-го, 6-го, наверное, на автобое, да, проходить. Они здесь все будут быстро делать. Хотя мы можем с тобой делать массовые атаки, чтобы быстрее с ними справляться. Но их у нас мало. У Майки нету массовой атаки, да? У кого там еще нету? У Рафаэля, например, тоже нету массовой атаки. Ну да. Только у Дони сюрики, у железноголового ракеты и у Леонардо его вертушка казанная. Все, то есть трое имеет массовую атаку, двое нет. Но зато железноголовый, точнее не железноголовый, а этот Микеланджело у нас имеет уклоняшку, да, на всю команду вешает. И кто у нас там еще? А, и Рафаэль, естественно, суперпровокатор с контратакой. То есть ты бьешь его, он тебе дает урон в ответ. То есть вообще идеально. Так, эти ханорики, ребята, опять с отложенной смертью играют. То есть мы их не можем убить с первого раза. Так, ну, маузеров. Могли бы, конечно, здесь как кто-нибудь из них использовать суперудар, чтобы быстренько с этими маузерами разобраться. Но хотя здесь и так по времени не особо затратно. Так, двигаемся дальше. Так, здесь мы видим уже Донателло классика и Рафаэль.
Да, когда же мы с тобой дойдем до Рафаэля, чтобы прокачать ему массовую атаку? У него довольно неплохая она, кстати. Так, ну что, победушка очередная за нами, и мы с тобой двигаемся на эпизод 3. Я думаю, что мы также быстренько тут разберемся. Ну что же, Донателло мы получили. Так, Рафаэль и Майки, да еще? Это те персонажи, которые нам не нужны. То есть они у нас уже прокачаны по полной программе, и ДНК на них меня как бы не интересует. Только ради того, чтобы их можно было потом разобрать на составляющие, а именно на сюрикены. Ну, сюрикенов у нас вроде бы тоже пока хватает. Причем в магазине я уже давно не встречал бонусов, которые можно было купить ДНК, да? Как бы немножко меня это расстраивает. Хоть бы раз в магазине бы положили бы кого-нибудь там, Супер Шреддера или Крэнга. Но нет, такого не бывает. Так, ну что, у нас последняя с собой, третья волна здесь. Я думаю, также все будет отличненько. Только здесь уже вместо Донателло стоит Микеланджело. Разобрали, шатали, завалили. Ну и мы с тобой двигаемся дальше. Дальше у нас с тобой будет разыгрываться Рафаэль, насколько я помню. Ну-ка. А, нет, Рафаэль здесь, значит, Микеланджело. Да, Микеланджело. А вот дальше уже те самые персонажи, те самые оригинальные черепашки, которые мне нужны и ради которых, в принципе, я и прохожу все эти испытания. Да, пускай по одной ДНК зарабатываешь, но все-таки, ребят, ты не забывай, что можно еще пофармить. Правда, у меня в последнее время очень большая проблема именно с телепортами. Очень большая проблема, потому что я их не покупаю, а заработать их просто так, естественно, не получится. Накопить как бы их тоже нереально, поэтому есть такая вероятность, что мы с тобой будем скоро, наверное, если накопим 1200 этих, как их, 1200 долларов, да, мы с тобой, наверное, купим сразу 200 телепортов. Вот это будет классно. Но мы с тобой останемся без откатов. Но с откатами я пока здесь вообще не вижу никаких, ребята, проблем. За просмотр рекламы ты получаешь 10, да, откатов. Ну и плюс 10 откатов стоит всего лишь 250 долларов. Я думаю, что это не так дорого, да, и можно себе, в принципе, позволить это. Так, ага, вот он босс, ребят. Но первый босс, мы знаем, что он не глючит он, потому что не успевает даже здесь ничего сделать. Мы его сейчас быстренько распетрушим. Но вот зачем он это делает, я не понимаю. Железноголовый сделал провокацию на гигантского этого Маузера. Мог бы просто его добить, и все. Ну что же, двигаемся дальше, и мы будем получать оригиналов. Первый идет Микеланджело, Рафаэль, потом идет Донателло и в конце Лео. Поехали. Так, уровень, как ты видишь, 50-55. Для нас это, опять же, пока еще мелочь пузатая. А разберемся с ними на раз-два. Опять, видишь, отложенная смерть была. То есть он не хотел погибать. Он не хотел погибать молодым. Эй, ладно, рвем когти. Так, опять эти кланфутовцы. Донни, почему, я не могу понять, ребята. Ну, 80 уровень, а не 50. Ну, почему он не может его сюда раззавалить? Вот именно по атаке он слаб. Вот что не говори. Вот в атаке он слаб. В защите может быть хорош, но по атаке не дотягивает. Кстати, Железноголовый тоже не дотягивает. И Майки не дотягивает. То есть тут имба вообще у нас Лео. Потом я бы, наверное, выделил Рафаэля. Потому что Рафаэль почему-то очень хорошо бомбит на контратаке. И тут не поспоришь. Так, смотри-ка. Донни, Лео и Рафаэль. На тебе, судара. Отлично. Так, этот взял провокацию. А, месть. Месть он взял. Понял. И этот тоже месть взял, а? Ты посмотри, жучара. Ну, Лео здесь не жить, это однозначно. Майки, ну зачем ты, елки-палки, усложняешь всю игру? Он 55 уровня, зачем тебе нужна вот эта вот уклоняшка здесь в данный момент? Я не понимаю его. Ладно, ребят, прошли, и, как говорится, на этом спасибо. Слушай, у нас где с тобой глючит? По-моему, на Донателло, да? Если не ошибаюсь, босс именно там ловит глюкана. Поэтому предлагаю, наверное, там сыграть в ручном режиме, особенно именно на Маузере, на самом. Быстренько его распетрушить, чтобы он там даже гаркнуть не успел. Так. Давай, родные мои, вжариваем опять, да?
У всех вот этих вот кланфутовцев, да, черно-белых, у них у всех отложенная смерть. Отложенную смерть я, друзья мои, приравниваю как броня. Вот когда у нас у Армагона срабатывает, да, шлем над персонажем. То есть пока ты ему не собьешь, ты ему не нанесешь урона. И здесь то же самое. Только разница в том, что Армагон, если с фулл хп поставит на себя броню, да, мы сначала снимем броню, у него здоровье полностью будет, а уже после будет уменьшаться. А у этих, видишь, наоборот, ребята. То есть мы сносим им здоровье до критичной точки и после этого добиваем. Так что броня, наверное, будет поэффективнее, чем эта ерунда, чем эта отложенная смерть. Так, у нас с тобой третья волна. То есть хотите сказать, что сейчас будет босс, наверное, нам стоит перейти в ручной режим. Потому что я точно не скажу, где и какой именно босс глючит. Сейчас мы их добьем. Ну, Раф, хорош. Да, сильный, конечно, был удар, но не попал. И вот эти вот рябь, ребята, я не знаю, почему такое происходит. На телефоне, когда играю, все идеальненько, тут рябит. Так, давай попробуем, наверное, вот так сделать. Бумс. Так, постепеночку повесили. Он сразу затрепыхался. А? Поехали. Майки добьешь? Нет, не получается у тебя. Понятно. Тогда Донни добивай. Ну все, здесь он был довольно легким, слабеньким. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. И у нас идет ДНК на Донателло. А здесь мы с тобой получили Рафаэля. Ну что же, вперед, как говорится, из песни. 75 уровни. Да, в принципе, ничего страшного нет. Ну, 75 уровень, и что? У нас с тобой 80, 90 и 100. Да? Да. Погнали. Первый у нас выходит Маузер на тропу войны. Ну, хватит горлопанить. Давай, Рафаэль. Так, они на себя повесили постепенное вылечивание. Не знаю, для чего это им. Они все равно не успеют отхилиться. Здесь, как мы видим, 4 волны. Быстренько опять. Я, наверное, начну все-таки с... А, во, вот так вот. Опа, нормуль. Так, давай этих ханориков быстренько с тобой... Нет, этого мы не добьем, потому что на нем еще не прозвучала, как говорится, вспышка над головой. А значит, мы его не добьем. Нам надо будет бомбануть его вот сейчас вот. Так, смотрим. Прав я или нет? Ну да, видишь, вначале добомбить, вспышка произошла, после этого уже добиваем. Ну и мы с тобой на третью волну идем. А здесь будут... О, великолепная четверка из всех братьев. Погнали. На тебе, ничего себе вжарил. Все хп почти отнял. Великолепно Донни сделал. Да, бейсбольную бомбу. Так, подожди, ага, у Лео тоже отложенная смерть. Ладно, так, добьем, наверное, Майки. Но, Лео, ну хватит, ну что ты дуркуешь? Ну, ты думаешь, тебя это спасет? Ведь не спасет тебя. Или спасет? Нет, не спасет. Все, ребята, остается Донни. Видишь, вот это вот тряпь, то появляется, то пропадает. Я не понимаю, почему такое происходит. Такого не должно быть. Ну вот, давай теперь здесь попробуем не лопухнуться и завалить его с первой попытки. Буду применять все свои суперкозырные удары. Давай начнем вот так вот. Уклоняшка, ты понимаешь, нам здесь вообще не нужна. Так, Донни, бомби. Ой, как слабо-то. Так, ракеты. Угу. Так, пробивной. И вот так попробуем его добить. Ушатать уже сразу же. Да, друзья мои, даже гаркнуть не успел. Отлично, мы с вами проходим. Ну, а теперь у нас последний с тобой здесь бой. Опять же, здесь будет в конце этот Маузер гигантский. И Донателло ДНК мы с тобой, как говорится, положили в карман. Вот здесь вот неплохо пофармить, да? Смотри, чисто оригиналы. Вот не было бы вот этой еще ерунды, было бы вообще великолепно. Или, знаете что, можно было бы разыгрывать, например, в магазине. Но не какой-то там сыр этот, а вот именно те элементы, которые в эксперте идут, да? Которые нам нужны для прокачки 7 уровня. Вот это было бы круто. Так, смотри-ка, исцеление на всех повесило, а? Ну, жук, ну, жук. И мы их пробить не можем, потому что они 80 уровня. Донателло потихоньку теряет жизни вместе с нашим железноголовым. А вот они еще и броню на себя влепили, ты прикинь? Вот это жучары.
Так, ну-ка. С удара, отлично. Блин, ну-ка давай так сделаем. У них двойная броня, что ли, стояла, я так понимаю, да? Ну да, двойная броня. То есть броня еще имеет свойство стакаться. Ой, ну ладно, не то, конечно, хотел. Ну, хильнулись и хильнулись, что поделаешь. И последний маузер, это была у нас первая... Ух ты, ух ты, выжил как-то, умудрился чудом каким-то, ребят. Переходим с тобой на вторую волну. И здесь у нас... Ай! Опять эти охламоны, которые не хотят погибать или хотят. Ну-ка. Не, не хотят. Давай замедлим их, чтобы они не так быстро тут буянили. Окей. Маузера с удара. Давай этого тоже попробуем с одной плюхи. Сможем? Да. Ай, Майки, ну что ты? Ну, господи, ну мог бы добить-то этого мелкого заселю-то. Ну. Вот сейчас добьет. Так, давай этого с тобой клан футовца прижучим. Отлично. Так, переходим с тобой на третью волну. И здесь у нас... Ага, черепашки. Давай поставлю себе, наверное, просто броню. Потому что скоро уже будет маузер гигантский. Я не хочу, чтобы мы с тобой здесь пали смертью храбрых. Лео. Лео сейчас, естественно, возьмет... Блин, 85 уровень. Он 100% будет брать сейчас провокацию, наверное. Давай попробуем его так вот прижучить. Не вышло. Не успел совсем маленько. Блин, сейчас мы его будем колупать. Долго и упорно. Верно? Промахнулся, так. Мимо. Воу, он еще понял, с отложенной смертью был, оказывается. Хитер, жук, хитер. Ну, как видишь, это ему не помогло. Ну что ты, Донни, ну хорош, хорош бросаться тут уже, а? Осколками своими. А, у него еще и броня была. Так, я думаю, что надо будет немножко подхиляться перед боссом. Босс будет очень больно кусаться. Что ты, иммунитет вешаешь? Молодец. Красавчик, вовремя просто его повесил. Давай хильнемся от Майки. А все равно у него тут удары слабенькие. И прижучим Микел. Да хорош ты уже, что ты творишь-то, а? Только хил сделал. Ну вот, мы и добрались с тобой до маузера гигантского. Так, у нас с тобой удары есть козырные? Давай вот так начнем. Отлично. Начинает тут кусаться. Здесь можно уже и уклоняшку поставить, как говорится, не грех. Проникающий. Вот, половину хп отняли. Давай попробуем постепенночку еще влепить ему. Чего? Вот это вот меня, ребят, поражает. Вот это меня поражает. Уже который раз я замечаю этот глюк. Видишь, он не получает урона. Вообще не получает урона. Только от прямых атак. Не знаю, с чем это все связано. Ну-ка. Так, и остается его добить. Остается его добить. Ну-ка. Ой, какая провокация, о чем ты, Раф? Ну, ё-моё. Не то, конечно, сделал. Есть. Ну что, ребятулечки, вот мы с тобой и прошли. Прошли, причем довольно хорошо. Мне понравилось. Мы получаем с тобой все 4 ДНК на оригиналов. Можно даже пофармить, как я уже говорил. Разочек можно, да, я думаю? Никто не будет против. Ать, 3 доллара. Ага, спасибо. Вот, видишь, Донни, оригинал. Шикарно? Шикарно. И все. В плане, у меня так быстро закончился сыр, а я, честно говоря, хотел городская война поиграть. О, да, вот эти вот мне персонажики нужны. Так, ну спринтер уже не нужен, короче... Кунаичи, Алапекс и Шинигами. То есть 5, 6 и 7 эпизод мне в обязательном порядке нужно. Но, как ты понимаешь, уже я ничего не смогу здесь сделать. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на сегодня будет достаточно. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!